Всем привет! Недавно купил буквально там дня два назад вот такие вот кроссовки. Только их получил, один раз прошелся, сел в машину, вот, и обнаружил большую проблему. Обнаружил в том, что в одном и том же месте, вот здесь и вот здесь, одинаково отклеивается, просто-напросто отклеивается подошва. Итак, вот смотрите. Правый ботинок, я ничего не делаю. Вот, видно, да? Давайте посмотрим поближе. Вот. Вот в это место. Я один одел только один раз. Один раз. Один. Смотрю еще. Проблема номер два. Вот обратите внимание вот сюда. Вот смотрите. Вот в этом месте клея просто нет. Нет клея. Берем другой ботинок. Другой ботинок. Смотрим. Вот в этом месте та же самая проблема. Я не знаю, что с этим делать. Он не хочет компенсировать мне мою сумму, но, извините, это, на мой взгляд, совсем несерьезно, когда в самый первый день я смотрю, а в одном и том же месте подошва просто берет и отрывается. Что за фигня? Что за фигня? Я не знаю. Я буду писать очень гневный, очень плохой комментарий.